Вопрос о сельском хозяйстве всегда в России был ключевым. Если кого-то хотели наказать, то его отправляли на сельское хозяйство. Всегда, вечно. Почему-то сельское хозяйство – какая-то совершенно неподъемная вещь в России. Если говорить совершенно серьезно, то мой взгляд на эти вещи следующий. Надо сделать несколько важных вещей. Что такое модернизация России? Вот я вам скажу. Модернизация России как общества – это впервые в ее истории сделать так, что закон одинаковый для всех. Для любого таксиста и для президента. Модернизация России как государства – это сделать так, чтобы суд был независимый от исполнительной власти. Модернизация российской экономики – это неприкосновенность собственности. Все. Если это будет, будет все, что надо. Будет сельское хозяйство, будет авиация, будет космос – будут инновации, будут все. Потому что русские люди талантливые. Россия талантливая страна. Просто без этих условий творить невозможно. Делать новое, современное невозможно. А если эти условия даны, то в России столько людей, которые сделают такие вещи, которые удивят весь мир. Я в это абсолютно верю. Вот это надо сделать.